Вот это и есть Капсельская долина и бухта периода последнего года дикого своего существования. Очень скоро здесь начнется реконструкция, очень скоро здесь появятся новые объекты, очень скоро здесь начнется новая жизнь. А эти видео и фотографии я оставлю себе в память. Ну, вы поняли. До новых встреч, друзья. Может быть, и здесь, на берегах Капсельской бухты, в городе Судак, в юго-восточном Крыму. Я здесь живу. Вот так вот.